профессиональная игра была, прямой конкурент. Мы друг другу прямые конкуренты, поэтому в этой игре было много моментов, несмотря на то, что, в общем-то, ответственность большая была. Вот. Но нас в нужный момент себя перевыручил, именно в нужный момент. И в третьем периоде удачно забили. Вот. Очень, конечно, важные 3 очка для нас. Единственный негативный момент в этой игре – травма нашего защитника Воронкова. И пока точно не русская, но по всей видимости, он может выбыть от 3 до 4 недель предварительно. Пока точно не будет. Ну, сегодня по счету может показаться, что игра была в одну калитку, но я так не думаю. Да, игра была равная. К сожалению, на сегодня то, что мы сегодня создали, а создали, я так думаю, немало, мы не использовали. Чем воспользовался Витязь? То есть они те моменты, которые у них были, они забили. Ну и хорошо сыграл, конечно, вратарь хозяев. Все прилипало. Может быть, с одной стороны, прилипало, потому что не было помехи. В этом аспекте, конечно, надо добавлять. Но в целом, ребят поблагодарил за игру. Потому что у нас сейчас идет тяжелая серия, сейчас нам носы вешать некогда. Так что готовимся к домашней серии. Хотя сегодняшняя игра была очень важная для нас, но сейчас, в принципе, все игры важны. Так что еще раз говорю спасибо ребятам за игру, готовимся к домашней серии.